Всем доброго вечера. Весь день сегодня просидели дома, никуда не поехали. Вот сейчас пришла за Иминчиком в садик. Мать груз. Пришли домой, занимаемся с Имином, да? Да, смотри. Такая хорошая книжка. Давай покажем, по какой книжке. Вот. Да. Давай отсюда с ним в садике занималась. Вот это очень хорошая книжка. Продукты питания, одежда. Давай вот это. Электрические приборы, да? Да. Электрические приборы. В садике не смогла снять уже, как и Мишку забираю. Стиральная. Понемножку мастер, сидел, занимался с учительницей. Занятия фото, были у них. Фото, цифры проходили. Зарядка. Растения. Утюг. Машина. Молодец, компьютер, молодец. Сейчас пришли домой. Вот поужинали. Машина, приготовили ужин. Сейчас покажу, что у нас на ужин. Вкусняшка. Привет. И ждем Альку. Вчера не выкладывала ролик, сегодня я тоже как-то запоздала. Молодец. Завтра постараюсь куда-нибудь поехать. Может быть, получится что-то снять для вас. У нас сегодня вот такой ужин. Куриная печеночка пожаренная с луком. Положили сюда помидорки сверху, еще болгарский красный перчик. Вот так красиво получилось. А здесь жарится картошечка. Рыбалка. И молоканская Замок. Капуста. Травмай. Хотела немножко наших рыбок вам показать. Хорошо, не буду, я тихо буду говорить. Трактор, диван, люди, кукла, Ляля, мальчик, бабушка, кастрюля, холодильник, пылесос, кровать, диван, стул. Это рыбка скалярия, она очень Фотопад. Умная. Фотопад. Как только подойдешь к аквариуму, сразу подплывает и начинает красоваться, Фаяна. Чтобы ее покормили. Красивые края, красивые края. Ну не балуйся, не балуйся, давай садись, доедай, мы ждем Альку. Алька задерживается сегодня, ждем, когда она приедет. У нее подряд скоро идут МСО, контрольные по опознанию, по музыке контрольные. И вот надо готовиться. Давай, доедай скорее, доедай, доедай. Вот, молодец, кушай аккуратно над тарелочкой. Давай, доедай. Давай, вкусно? Давай. Сейчас приедет Алька, тут же ее будем кормить. Ну, а потом посмотрим, что там по урокам. Завтра, если утром получится, поедем. Нам надо купить овощи. Все закончилось дома. Докупить овощи, фрукты. Нам последний раз брали мандарины в Сумгаите. Я снимала за 70 копеек килограмм. Такие сладкие. Вот хотим завтра фрукты докупить. И гранаты. Гранаты тоже заканчиваются. Мы сок стали делать каждый день детям гранатовый. Ну, вот такие вот у нас дела. Постараюсь завтра поснимать побольше.